Так что Леньков, скорее всего, продавал объекту слежки компрометирующие его материалы. Здорово. Здрасте. Ловко. И объект доволен, и клиент спокоен. Да не, не скажи, не всегда. Вот, например, Варвару Примакову, за мужем которой следил Леньков, спокойной ты не назовешь. Ты давай рой, рой, тут должны быть зацепки. Может быть, нам лучше рыжую девицу поискать? Какую? А, вот эту? Это я уже нашел в агентстве, все. Имя установил, адрес установил. Соня Рыбакова, жена бизнесмена Вячеслава Рыбакова, который, собственно, и заказал слежку за своей благоверной. И возможной убийцей. Нет, это вряд ли. Судя по показаниям посетителей кафе, она покинула заведение раньше, чем Леньков встал из-за стола, за которым они сидели. Так что, скорее всего, главный свидетель она. Но сначала нужно поговорить с ее мужем. Но в конверте, который рыжая передала Ленькову, там были фотографии другого мужчины, не ее. Вот. В том же и фокус. Получается, что либо убийца успел забрать конверт, либо его спрятала... А, вот. Вот эта барышня. Кстати, что-то у нас с материалами дела, по которому эти девицы проходили свидетелями. К вечеру обещали. А, хорошо. Итак, это Дронова на опытную преступницу не похожа. А это означает что? Что? А я отвечу. А это значит, что она ошибется и выдаст себя. И я хочу, чтобы в этот момент наши люди были рядом. Понял. Молодец. Извини, пожалуйста, задержалась. Вот, это для тебя. Спасибо. Ну что, мы куда-то идем? Да, я знаю, тут один неплохой ресторан. Хорошая кухня, главное, тихо. Угу. Посидим, поговорим. Пойдем. А если я к тебе домой напрошусь, это будет совсем наглость? Ну, смотря с какой целью. Ну, например, чтобы познакомиться с твоим отцом. Ой, ты знаешь, он сейчас на съемках. А. Ну, ладно. Ну что, по мороженому? Наташа! Папа? Папа? Это мой крестный. Привет. Здравствуй, дочь. Слушай. Я смотрю, ты себе нового друга нашла. Папа, не смущай меня. Ладно, ладно. Слушай, я маме не могу дозвониться. Ну, или она трубку не берет. Ты, пожалуйста, ей передай, что я вечерком заскочу. Мне надо покопаться на антресолях. Ага. Я там лыжные ботинки оставил. Хорошо. И звякни мне. Ну, или она пускай мне позвонит, ладно? Угу. Ну, я побежал. У меня еще дел много. Давай. Пока. Спасибо. Спасибо. Ира, мы с тобой взрослые люди. Взрослые. Вот.
Поэтому я хочу спросить тебя, чего ты боишься? Боюсь наступить на те же грабли. Ну, согласись, у меня с твоим мужем нет ничего общего. Ну, у тебя такая работа. Какая? Опасная. И... Пожалуйста. Mm-hmm. Спасибо. И? Ну, вокруг столько всяких симпатичных девушек. Ира, ну, вокруг вообще очень много симпатичных девушек. В магазине симпатичные продавщицы, в самолетах симпатичные стюардессы, в поездах симпатичные проводницы. Но меня они не интересуют. Ты понимаешь? Пожалуйста. Спасибо. Понимаю. Ира, тебе нужна защита, тебе нужна опора. В конце концов, просто мужская помощь по дому тебе нужна? Нужна. И не только по дому. Есть один сайт. Он занимается дизайнерскими конвертами. Мне бы узнать, куда были доставлены определенные конверты. Это же возможно? Да. Зачем? Нужно. Вот чувствую, что нужно. Ну, раз нужно. Раз нужно, сделаем. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот мой дом. Ха, теперь я знаю, где ты живешь. Будешь меня каждый день из школы провожать? Ну, я, в принципе, не против. Извини, в гости пока тебя пригласить не могу. Дела. Да. Ну все, пока. Угу. Ну что, Яш, обновим статус? Одинокая, интеллигентная женщина. Мечтаю познакомиться с актером. Иногородних сразу отклоняем. О, Иннокентий Завадский. Звучит красиво, правда? А нет. Актер любительского театра нам не подходит. Правда, Яш? Я тоже так думала. Ну, спасибо вам большое еще раз. С мамой я поговорю, чтобы не верила всем подряд. Ну, вы ее сильно-то не ругайте. Знаете, эти мошенники, они как раз на пенсионерах и специализируются. И вообще хорошо, все хорошо закончилось. Взяли с поличным. Мама жива-здорова, деньги целы. Да, лихо они пенсионеров окучивают. В общем, вот моя визитка. Если что, любой ремонт. С огромной скидкой. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Счастливо, удачи. Угу. Алло, Сергей, здравствуйте. Я по поводу сегодняшней утренней нашей встречи. Регистратор. Да, хотелось бы... Сейчас, да, свободен, могу подъехать. Диктуйте адрес. Здравствуйте. Добрый день. Меня Ипполит зовут. Жанна. Пусть не так экзотично, но зато чувственно. Это да. Скажите, Ипполит, а вы действительно любите Пушкина? Конечно. Кто ж его не любит? Ну, например, я. Мне кажется, что Пушкин упростил всю многовековую историю поэзии и многообразие поэтических мелодий до простых.
пусть гениальных, но примитивных ритмов. Надеюсь, вы меня в этом переубедите. О машинах поговорим позже. Будьте любезны. Ничего не понимаю. Хотя я не актер, но роли свои знаю. Фу. Наташа! Наташа, иди сюда! Да слышу, я иду. А ты у меня в ноутбуке копалась? Нет. Честно. А что случилось? Ну, видимо, тут тетя Жанна учудила. Завела на сайте знакомств страничку от моего имени, представляешь? Круто, но ты будь там поактивнее. Ты серьезно? Конечно. Вдруг познакомишься с каким-нибудь веселым бойфрендом, например, актером. Я представляю, какие актеры на сайте знакомств. Наверное, им только роли трупов доверяют. Это почему? Рассуждай логически, как я тебя учила. Если актер талантливый, у него много поклонниц. Если у него куча поклонниц, что ему делать на этом сайте знакомств? Мам, ты сначала найди актера и напиши ему. Вдруг это твоя судьба. Ой, ну, спаси, Господи. Так, ты уроки сделала? Угу, почти. Кстати, чуть не забыла. Папа хотел вечером заехать за лыжными ботинками. Спрашивал, когда тебе удобно. На курорт собрался. Я буду весь день дома, никуда не пойду. Хорошо, передам. Валик, вот зачем ты тащишь все сразу? Африканские женщины могут носить на голове канистры по 50 литров. Ой, вот не надо мне об этом. Да. А что это тогда у тебя? Это мугамба. Дух радости, достатка и здоровья. А куда его по фэншуй ставить? Ну, Катюша, он же из Африки. Куда хочешь, туда и поставь. Да? Ему все равно. О, сюда. Так. Так. Ага, а это что? Это мой маленький секрет. Теперь ты можешь меня шантажировать. Александра Натальева, женский детектив. Ну а что, зато знаешь, как помогает разгрузить мозги после научной деятельности. Так, где-то у меня была еще одна сумка. Фух. Так, где-то... О! Валик! Валик, что с тобой? Что? Что? Что это? Ай, это раклетница. Я все время забываю ее отвезти тетиной подруге. Она меня убьет. Катюш, не переживай. Я тебя спасу. Сейчас мы ее возьмем и отвезем на моей машине. Правда? Ты что, Яша? Что ты делаешь? Хулиган. Алло. Да, Жан. Ну хорошо, приезжай. А капитан со Свиридовым сейчас обедают. Пюре с котлеткой. Компот. Слышь, заколебал, и так в желудке бурчит. А Свиридов точно себе рыбу возьмет. С овощным рагу. Заколебал. Все, я в Пирожково. Если что, свистнешь. Что? Объект наблюдения покинул дом. Загружает в багажник большую коробку. Наверное, полную еды. Заводи. Ага.
Добрый день. Здрасте. У нас обед. А тогда всем отсутствующим приятного аппетита. А вы на диете? Извините за вопрос. Да, нет, просто стараюсь следить за собой. Здесь вокруг ужасные столовки. Да, это правильно. Знаете, я вас очень хорошо понимаю. Сам на диете. Ну, вам, мужчинам, проще? Ну, не скажите. Знаете, вот бывает, захочешь любимой девушке сделать приятное, закажешь в интернете подарок, а приходит не то. Это вы про нас? Угу. Про вас. Разрешите? Ну, садитесь. Видите ли, она у меня художница. Влюблена в импрессионистов. Но я порылся в интернете, нашел ваш магазин, заказал ей конверты с репродукцией Мане. Да-да. А пришел Шишкин. Но самое обидное не это, а то, что у нее на столе уже лежат такие конверты с Мане. Видимо, какие-то конкуренты подсуетились. Надо же. А знали кто? Нет, не признается, говорит, сама заказала. Я вот и пришел. Ну, для успокоения души. У вас же хранятся фамилии заказчиков, а? Ну, конечно, хранятся. Но вообще эта серия у нас не очень пользуется популярностью. Угу. И заказывают ее в основном женщины. Может, она все-таки сама заказала? Как ее фамилия? Михеева. Михеева. Нету такой. Нету? Ну, мужчин в списке тоже немного. Ну, тут Леньков, Филатов, Иванов, Дроздов. А, простите, а как вас зовут? Меня Алина. Алина, очень приятно. Алина, а вы не могли бы мне в виде исключения распечатать фамилии этих конкурентов? Обещаю, все останутся живы. Честное слово. Ну, ладно. Ну и как твое свидание? Он действительно владелец автосалона? Да, владелец автосалона подержанных автомобилей. И увлекается оригами. И все. В остальном тоска смертная. Не мог он ямбо от хорея, как мы не бились, отличить. И, по-моему, он не против выпить. Ну, это не твой вариант, однозначно. Да. Это что, все дела Ленькова? Да. И каждое вот снабжено таким ироничным названием. Блондинка в законе. Это, очевидно, про эту блондинку, вдову, ревнивую, да? Так, смотри дальше. Огневая Соня. Это из этого, из кафе, которое с Леньковым сидела. А, да-да-да-да-да. Дальше, перед заходом солнца, ну, здесь какой-то старичок, он все время с какой-то пожилой дамой. Вот, ну и окончательный анализ, какой-то обычный человек, ну, ничего особенного. А вот интересно, вот что бы написали про нас, если бы за нами следили? Упаси Господи. Едем дальше, а? Пожалуйста. А как же Рокетница? Ты знаешь, я вспомнила, что тетиной подруги сейчас нет дома. А? Я уж думал, что ты хвост увидел. Какой хвост? Который вон вился за нами от самого дома. Да? А ты как его заметил? Спасибо женским детективам. Кстати, масса интересного. Я тут начал использовать в научной работе. Я как-то следил за одним африканским колдуном. Ой, пожалуйста, 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 быстрее. Нам нужно уйти от погони. Сейчас уйдем на счет. Раз, два, три. Ой. Опять вы. Гражданка Варвара Примакова? Что это с вами? Снимаю стресс после посещения детективного агентства. А. У меня накопился ряд вопросов. Можно войти? Ну, что с вами делать? Проходите. Ну, я думаю, блондинку в законе сразу откладываем. Им занимается Яблоков.
Ну да, она в него так вцепилась, что у него не было шанса отказаться. Да с этими сумасшедшими лучше не связываться. Так, ну Рыжий нас разыскивает полиция. И для Яблокова это самый верный след. А для тебя? Для меня нет. Если бы она была убийцей, она не стала бы светиться в кафе, там, где убитый и конверт. Ее, кроме нас, еще человек 10 видел. Ну, вообще, да. Так, остаются вот эти два дела. Подожди. Этого старичка я знаю. Да, это точно он. Откуда? Это антиквар. Фамилия его Платицын. Он часто к нам ходит в контору, ну, заверяет документы на антиквариат. Он живет в центре города. Кстати, он холост. Ты что, работаешь секретным агентом? Любимый, я не могу на этот вопрос ответить утвердительно. Почему? Потому что если я не секретный агент, то я совру, сказав «да». А если секретный, то я нарушил государственную тайну. Намекни хоть как-нибудь. В юности я увлекался картингом. Получается, что Леньков скрывал от вас факты супружеских измен вашего мужа? Да, из меня дуру делал, мерзавец. Скажите, а вам знакома вот эта гражданка? Да, она приходила на поминки моего Володеньки. Да, с какой целью? А вы сами как думаете? Мне интересно, что вы думаете. Ну, она сказала, что допустила ошибку. В курсах экстремального вождения я такого не видел. Ты тихо, тихо, у нас сейчас машина навернется. Ну все, привет. Полный привет. Парень, тебя что, права отнять? Ты хочешь что, до пенсии пешком ходить? Извините, парни. Оперуполномоченный старший лейтенант Кобылкин, предъявите ваши документы. Частное детективное агентство. Лео. Детектив. Калинин. Так, ну, предлагаю начать с этого, с дела Платицына, потому что есть мотив. Он старик одинокий, богатый. Ну да, квартира полная антиквариата. Допустим. Заказчик – криминальная личность. Леньков узнал и стал шантажировать. Ага. Ладно, адрес квартиры я узнаю. А вот что делать с шифром? Я буду думать, пока не знаю. Ой. Да, Кать. Какая погоня? Так, чего у нас здесь? Посмотрим. Так. Отлично. Так, а это что? Номера грязные. Так, ну-ка, стоп. Распечатать. Отлично. Как же мне это не нравится. В закате слежка, погоня. Им еле удалось оторваться с профессором. Теперь она боится из дома выходить. Что происходит? Что смешного? П-
Ира, это мы с тобой заказали слежку. Ты думаешь? Так что звони Кате, успокой ее. А разве детективы устраивают погоню с преследованием? Ну, почему бы и нет? Только, пожалуйста, не смейся. Что случилось? Мне кажется, за мной тоже следят. Смотри. Эта машина здесь уже несколько дней стоит. Там явно кто-то есть. Угу. Ну, за тобой мы слежку не заказывали. Он смотрит на наши окна. Он пытается вычислить твою квартиру. А вдруг это убийца? Ну, ему же хуже. Мы его сейчас сделаем. А мы? Ну да, звони Яблокову. У тебя есть его телефон? Нет, у меня есть телефон Ивушкина. Ну, звони своему сыщику. А мы пока задержим этого во дворе. Как? Да, молодцы. Хорошо, еще стрельбу на улице не открыли. Но вы сами сказали быть рядом с объектом. Тайна! Я просил сделать это тайно, чтобы подозреваемая не догадалась, что за ней следят. Только так можно было получить хоть какие-то доказательства. Виноват. Проехали. Пойдем в кабинет, у меня новые данные. Надо быстрее, пока он не вернулся. А что мы сделаем? Ну, не знаю. Нужно так сделать, чтобы машина не уехала. Ты что, предлагаешь колеса проколоть? Хорошая мысль. Значит так. Иди туда и дай мне знать, если он вернется. Как? Ну, покричи или позови свою собаку. И, главное, сама убегай. Кто ж ты так машинку-то уделал? О, Сергей Петрович, 100 лет 100 зим. Приветствую. Как на вольных хлебах работаете? Ну так, не застаиваюсь без работы. Ты что с машиной-то? Да. Слушай, я к тебе по делу. Помощь твоя нужна. Тут у вас капитан Яблоков дело ведет по убитому частному сыщику. Мне бы информацию по погибшему. Где чего? Какие дела вел? Вам-то какой интерес? А что, есть информация по Линкову? Пока нет. Но ты же знаешь, я своих не забываю. Ну, мы что-нибудь попробуем сделать. Рыбаков Вячеслав Александрович. Бизнесмен, женат, не судим, не привлекался. Да? Совершенно верно. А зачем вы заказали слежку за своей супругой? А вы как думаете? Ну, знаете, я не экстрасенс, я следователь. И на вопросы здесь отвечаете вы. Я часто бываю в командировках. Соня остается одна. Угу. И что же вам сказал Линьков? У нее никого нет. Она просто проводит время с подругами. Ну, знаете, там спа-шоппинг и прочие женские пустяки. Хотелось бы об этих пустяках поговорить с ней лично. Она сейчас на даче у подруги. Но завтра мы будем с ней на открытии выставки. Где? В галерее Купидона К. Я дам вам приглашение. Это удобно? Галерея. Да, удобно. Я никогда не отвезу эту проклятую раклетницу.
Строго говоря, мы могли бы отвезти ее сегодня. Ты шутишь? После такого перформанса я не хочу тетю втягивать в эту слежку. Вообще не понимаю, почему за тобой должны следить? Может, это маньяк, искусствовед какой-нибудь. Кстати, моя последняя выставка прошла со скандалом. Не верю я, что такое из-за каких-то картин. Нет. Кстати, слежка за художником — это еще ладно. Знаешь, что чокнутые творят с картинами? Данаю, к примеру, облили серной кислотой. В Мону Лизу кинули кружку. А Иван Грозный убивает своего сына, вообще зарезали. Как это? Ну, в 1913 году какой-то чокнутый проник в Третьяковскую галерею и 3 раза ножом ударил по картине. А после этого смотритель вообще под поезд бросился. Ты уверен, что он сам? Вот, не знаю. Боюсь поэтому. Ты чего? Он стоял там, а теперь стоит здесь. Они точно здесь были. Кать, прости, спокойно, никакого криминала. Это же обычная мистика, это Мугамба. Переводится как тот, который ходит. У его этой статуэтки действительно есть такая особенность. Ты серьезно? Конечно. Механизм похож на тот, как передвигались каменные глыбы острова Пасхи. Это вот эти вот гигантские каменные истуканы с круглыми шапочками передвигались? Конечно. Ну, не сами, а с помощью магической силы мана. Так ее называли на островах Океане. Я пытался изучать этот вопрос на африканском материале и... Валик, сколько сюрпризов тебе скрыто. Какой ты милый. Да... Плохие ваши дела, гражданин Снегирев. Это еще почему? Ну, потому что когда человек становится похожим на фотографию в паспорте, это значит, что жизнь его не радует. Особенно личная жизнь. Да. А мы с женой в гражданском разводе. Это как? Это так. В гражданском браке. Люди живут вместе, а штампа в паспорте нет. У нас штамп в паспорте есть, а вместе не живем. Почему? Ну, не понимает она меня. Да и характер командует много. Ясно. А вот про ее подруг, вот этих, что вы можете сказать? О, ну вот это вот просто стерва, а это вообще чокнутая. А как вы полагаете? Кто-нибудь из них способен на убийство? Не, на убийство, ну это вряд ли. Хотя вот на членовредительство вполне. Вот это вот в меня как-то мольбертом запустило. Почему? А как вы в полиции говорите? На почве глубокой личной неприязни. Да, это может. Очень импульсивная особа. А вот скажите мне, где вы были 2 дня назад? В Новгородской области. Ну, там у моей... моей новой девушки дача. А кто-нибудь, кроме вашей новой девушки, может это подтвердить? Папа. Ее. Федор Иванович. Он тоже там был. Папа. Прекрасно. А вернулись когда? Вчера вечером. Хорошо. Хорошо, что ты так быстро. Он там. Там? Там. Только что вернулся и сидит, не высовывается. Вон там. Постойте здесь, не надо ходить. Сереж, осторожнее. Осторожно. В чем дело? Будьте добры, ваши документы. Простите, вы частный детектив, я не обязан вам ничего показывать. Правильно, арестуйте его. Да, он тут все время крутится. То за гаражами, то на детской площадке. Я в полицию хотела позвонить. Он еще и в окна заглядывает. Может, это террорист? Вы что, дом взорвать? Я не террорист, я сотрудник фирмы. Какой фирмы?
Я сотрудник строительной фирмы. Руководство попросило меня приехать сюда посмотреть место здесь под уплотнительную застройку. Что? Это что еще за уплотнительная застройка? Что? Разберитесь. Значит, опять деревья пили? Не дадим пилить деревья. Не дадим. Не дадим. Тише, товарищи, погодите. Давайте все успокоимся. Вы же видите, что это не преступник. Да он еще хуже. Куда пошел? Жан, ты что, колеса все-таки спустила? Ну да, я нашла какую-то железную штуку и проколола колеса. Ты даешь вообще, это же статья за хулиганство. Ир, я вообще тебя не пойму. То тебе страшно, что тебя кто-то преследует, то теперь хулиганство. Вообще, честно говоря, начинаю понимать твоего бывшего мужа и не завидую твоему будущему. Ты сейчас очень не права, Жан. Ир, прости, пожалуйста, но это нервы. Я пошла. Нет, вы вылезайте оттуда, расскажите нам. Выходи, давай. Чем вы собираетесь заниматься, а? Да, давайте разбираться. Колеса вы пробили? Мы. Прекрасно. Вы знаете, что за это положено? Знаем. Статья за хулиганство. Кушать хочешь? Пойдем, я тебя покормлю. Нравится. Я еще кучу таких мест знаю. Можно полцентра по крышам обойти. Покажешь? Покажу, конечно. Только нужно у друзей ключи взять. Просто не все чердаки открыты. А это не опасно? Ты боишься? Нет, ни чуточки. Хочу запомнить этот момент. В списке клиентов, которые заказывали дизайнерские конверты. Тут фамилия, адреса, все, как ты просила. Спасибо большое. Только скажи мне вначале, зачем тебе нужны эти списки? Может, еще варенье? Это же я сама варила. Пять лет, чтобы при виде сладкого я про все на свете забывал. Последний раз вы с подругами тоже влезли в расследование. Помнишь, чем это закончилось? Я познакомилась с тобой. Уже к занятиям, и Наташа скоро придет. Сейчас. Мам! Пришла.
Ой, здрасте. О, привет. Я не вовремя? Нет, я как раз это, уходить собрался. И... Тогда до свидания. Ну, пока. Мам, я к себе. Хорошая у тебя дочка. Ир, я ведь серьезно. По поводу расследования. Я буду осторожна. Пожалуйста, постарайся. Ну, я пошел. Я провожу. Да, спасибо. Ну что, цифровой ковбой, он же Мистер Икс, он же EXHPH329. Что мне с тобой делать? Вот понесло тебя умного парня, талантливого программиста, взламывать страничку одноклассницы в социальных, понимаешь, сетях. Ну надо же с чего-то начинать. Не понял. Ну вот вы хотели в детстве стать полицейским? Хотел. Вот. Наверное, ходили в кружок «Юный друг милиционера», хулиганов ловили. А я всегда мечтал стать хакером. Ты намекаешь, что тебе нужна практика, да? Ага. А если я попрошу тебя взломать страничку на сайте знакомств? Угу. Провоцируете. Объясняю. Одно дело хакинг из хулиганских побуждений, а другое дело на благо обществу. Понял, не зануда. А с одноклассницей что? Поругаю для проформы и отпущу. Ну что, по рукам? По рукам. Кобылкин! Я здесь. Хватит страдать, жертва ДТП. Родина дает тебе шанс искупить вину. Кровью? Любовью. Улыбнись, Кобылкин. У нас тут подозреваемая, судя по переписке на сайте знакомств, активно ищет актера для знакомства. Есть найти актера? Уже нашли. Прошу любить и жаловать. Ярослав Кобылкин – заслуженный герой-любовник Управления внутренних дел. Чего? Иди брейся, Кобылкин. Деньги на цветы получишь в бухгалтерии. Фото я твое отправил, свидание назначил. Ну, то есть не я, а ты. А куда я ее пригласил-то? Не бойся, тебе понравится. А? Ага, наш актер созрел для встречи.